О, взгляни-ка, похоже на тебя. Немного, с определенного угла, если прищуриться. Не шучу, вылитый ты. Ты же видишь, да, этот носый, да. Вы себе даже не представляете, как я рад вас видеть, господин гвардеец. Господин гвардеец, какое облегчение. Перейду сразу к делу, я нашел денежное дерево, кто бы мог подумать, что оно совсем рядом. But there's a problem. When I tried to pick the gold coin fruit, it resisted me. I couldn't even get close. It actually burned me. It's probably because I have the petrification disease. Pathetic, yeah? So close, yet so far. If you pick some gold coin fruit for me, I'll give you a reward. Слышал, алхимики создали устройство для всецелого использования плодов денежного дерева. Я не обращал на это внимания с мыслью, что это лишь легенда. Об алхимиках рассказывают всевозможные страсти. Теперь я знаю, что плоды денежного дерева действительно существуют, и кажется, что все это правда. Взаимодействуйте со статуей святой на всемирной выставке. Возможно, у вас получится использовать силы плодов денежного дерева. И хотя я могу казаться обходительным сейчас, некогда я был земледельцем. Выращивание деревьев мне интересно. Я слышал о торговце, что продает алхимические активаторы для растений. Возможно, они сработают и на этом дереве. Если они попадутся вам, используйте их на нем. Вот уж где не ожидал увидеть денежное дерево.
Я воспользуюсь своей... Я воспользуюсь своей силой. Я способна пользоваться эрго. Меня называют слушательницей. Я способна слышать силу эрго. Сила досталась мне от матери. Она ненавидела ее, говорила, что это от дьявола. Поэтому я хранила в тайне свою способность разговаривать с марионетками. А теперь мой голос достигает только тебя. Потому молю тебя, прошу, спаси Крат. Этот портрет, я вспоминаю его с теплотой. Я думал, он навсегда потерян, даже не представлял себе, что его украло братство черного кролика. Подумать только, ты вернул его мне. Прости старика, ударившегося в воспоминания. Воспоминания о счастливых временах. Я знаю, где его можно повесить в отеле.